До нас сьогодні завітала наш постійний експерт, психолог, психотерапевт Світлана Іваненко. Вітаємо вас! Доброе утро! Сьогодні, у день Хеллоуіну, коли усі наряджаються у всіляких демонів, у всіляких привидів, хочеться запитати, чи є у нас власні привиди і що з цього боку може сказати психологія? Звісно, є такі привидіння, в психології вони називаються тінью. И в эту тень попадают все те качества, которые не признаются, которые вытеснены, которые были под запретом когда-либо у ребенка и у взрослого, они остаются частью такого непроявленного. То, что не осознается, но очень сильно влияет на жизнь. Что мы можем назвать самотенью и что включает в себя это понятие? Тень появляется тогда, когда ребенок усваивает, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Да? Когда ребенку, там, допустим, мальчику говорят, что мальчики не плачут, то тогда в тень, допустим, уходит проявление своих чувств. Когда, допустим, девочки говорят, что нельзя быть атаманшей, нельзя быть предводителем мальчишек, то в тень уходят лидерские качества. Вот. И это проявляется в жизни таким образом, что это качество у человека есть, но оно никак не реализуется, никак не проявляется. И это становится очень часто источником конфликтов. А чи може щось хороше бути в цій тіні? Однозначно, вот как раз-таки может уходить в тень то, что для ребенка было усвоено с негативным знаком, с минусом, да? Если какое-то проявление было названо родителями неправильным, допустим, ребенок креативит, и ему говорят, вечно ты что-то придумываешь, да? Тогда вот эта креативность, желание создавать новое уходит внутрь, подавляется. Вот. Если проявление чувствительности, опять-таки, у мальчиков, у мужчин было наделено знаком минус, да, что слезы запрещены, нечего тут нюни разводить, да, то тогда вот это может быть запрещено и во взрослом возрасте. И опять-таки это источник, может быть, даже психосоматики, потому что подавление своих переживаний приводит к разным последствиям. Як можна познайомитись із власною тінню? Як можна розпізнати, які якості ми закрили у своїй темній шафі? Вы знаете, существует очень простой и очень действенный способ. Вот обычно вот тень проявляется в конфликтах и в непримиримости. Вот очень часто, ну можно сказать в 90% случаев, если мы непримиримо к чему-то относимся, если мы осуждаем очень рьяно, очень сильно что-то в других людях, то обычно это указывает на то, что это есть у нас, но в себе мы это не признаем. Угу. Тобто це те, що ми у собі скриваем, те, що ми не можемо собі дозволити. Да, то, что мы не можем себе позволить, либо не можем в себе принять. Точно так же и с хорошими, так называемыми, качествами. Если мы чем-либо восхищаемся в другом человеке, то очень вероятно, что это есть и у нас. Просто что это в таком нераспакованном, неразархивированном виде находится внутри. То есть это то, что когда-то было незамечено, либо как-то табуировано. Зараз хочеться спитати, чи може виникнути деякий внутрішній конфлікт від того, що деякі якості ми зберігаємо всередині себе, і це викликає або заздрість, або, можливо, навіть конфлікт і осудження до інших осіб. І чи варто боротися з цією тінню, чи, можливо, необхідно знайти якийсь інший вихід? Однозначно, это вызывает и внутренние конфликты, потому что человек чувствует, что он как будто бы не является целостным. Вот это ощущение какого-то неудовлетворения внутреннего. Это вызывает и внешние конфликты. Можно сказать, что чаще всего вот под знакомство, в знакомстве с тенью участвуют близкие, семья. Потому что свою тень мы обычно проецируем. Ну, то есть, если я не признаю в себе что-то, то я начинаю наделять других людей этим качеством, приписывать. И это не имеет очень часто ничего общего с человеком. Этот феномен получил название проекции. Вот. И вот таким образом мы как будто бы пытаемся разглядеть другого человека, но смотрим-то не в него, а в себя. И вот это приводит к конфликтам, потому что мы злимся на что-то такое, что принадлежит не другому человеку, а мне. А як же все ж таки потоваришувати з цими своїми якостями? Як цей мінус, те, що ми зберігаємо якісь свої емоції у закромах, зробити своїм плюсом?
Ну, во-первых, это заметить, да, если есть источник напряжения, если есть конфликтная ситуация, если есть какое-то жесткое неприятие чего-либо, то уже стоит задуматься над тем, почему так в моей жизни случается. Очень полезно задаться вопросом, как это может быть обо мне, чем это похоже на меня, чем, как другой человек может быть, в чем другой человек может быть моим зеркалом, моим отражением. Вот. И если очень честно прислушаться к себе, то тогда, может быть, что-то и найдется для того, чтобы вот, признать в себе это качество или проявление. Вот. И это первый шаг, да? Первый шаг для того, чтобы это все обнаружить. Вот. А дальше это вопрос принятия. Принятие, потому что принятие – это 50% изменения. Если мы принимаем что-либо в себе, то это уже тогда не так влияет на нашу жизнь, на наши отношения. Чи можна досягти такого рівня, щоб риси характеру, які нам подобаються, діставати з цієї темної шафи, а те, що нам не подобається, за якимось алгоритмом поміщати туди і казати «все, я більше так робити не буду». Ну, якщо б це було так просто, було б дуже добре, але, к сожалению, ні, тому що на самом-то деле повністю поднять свою тень, полностью с ней познакомиться, наверное, невозможно. Вот наша психика устроена таким образом, что она нас защищает и вытесняет многое. Да? Но алгоритм того, чтобы вот, как-то актуализировать, как-то проявлять те части характера, которые мы не принимаем, и их трансформировать, он существует. Опять-таки, он начинается с того, чтобы заметить. Второй пункт – это принять. Вот, и третий пункт, я бы сказала, что здесь нужна какая-то такая вдумчивая работа, чтобы понять, когда это все появилось, для чего это было нужно в жизни. Потому что человек злится, допустим, да, либо является непримиримым, не просто так. Но обычно это как-то связано с его историей. Обычно это более глубоко скрыто на уровне там, неудовлетворенности жизнью или чем-либо еще. Вот, и только тогда уже пробовать по-другому. Я хочу вас ще запитати наостанок щодо сьогоднішнього свята Хеллоуіна, тому що на Хеллоуін, окрім традиційного якогось компоненту, релігійного, духовного компоненту цього свята, є в ньому також деяка психологія, коли люди обирають для себе образи. Якщо ці наші власні тіні ми можемо проєктувати на когось з близьких, на друзів, чи є проєкцією на вибір образу на Хеллоуін, проєкцією тих самих тіней, які ми ховаємо в собі? Очень вероятно. Очень вероятно. И есть такое направление в психотерапии – арт-терапия. Так вот, вот если осознанно подходить к сегодняшнему празднику, то можно сказать, что таким способом, выбирая себе наряд, можно познакомиться немножко со своей тенью. Ну, можно немножко ее проявить. Ну, хотя бы вот в таком вот костюмированном, театрализованном действии. Тобто, дорогі наші телеглядачі, сьогодні, обираючи собі наряд на Хеллоуін, ви можете також зробити собі арт-терапію і познайомитись із власною тінню. Дякуємо вам, Світлана, і наостанок хочеться декілька порад нашим телеглядачам, узагальнених про те, чи варто боятися цих тіней і як з ними подружитися. Наверное, совет в тому буде заключатися, що боятися не потрібно, вот, важно приймати. И тогда вот, вот эта дружба с тенью, она станет залогом того, что конфликтов в жизни станет гораздо меньше. Ми сподіваємося, що дійсно конфліктів у вашій родині, у нашому місті і в нашій країні, взагалі у світі, буде набагато менше, якщо кожен зможе подружитися із власними тінями. Ми нагадуємо, що до студії «Нового дня» сьогодні завітала постійний експерт, психолог, психотерапевт Світлана Іваненко.